Душа означает вот эти вот светлые качества, чистота в человеке. Причем душа в каждом человеке раскрывается по-разному. Есть женское начало, есть мужское. Душа одна и та же. Но в женщине что раскрывается в женской природе? Что раскрывается? Нежность, доброта, способность любить, способность заботиться, верность, красота, сострадание, чувствительность к людям и так далее. Вот человек рождается женщиной, и в нем начинают просвечивать эти качества. Вот в маленькой девочке, взрослой женщине. И красота женщины, почему женщина привлекательна? Через эти качества. Вот если анализ сделать, допустим, кому-то лицо вот это вот женское понравилось, а это не понравилось. Если анализ сделать, почему ему понравилось это лицо? Ему понравились какие-то из этих качеств, с которыми он получил гармонию. Вот у мужчины, допустим, есть доброта в сердце, но она не реализована, потому что он в мужском теле. Мужское тело, оно, ну, мужская психика не такая добрая, как женская, понимаете? Но в сердце есть это качество, и человек хочет его в жизни активно проявлять, но он сам не может, потому что он мужчина. И он видит женщину какую, которая это качество проявлено, потому что она в женском теле находится. Все. И он влюбляется. Почему? Потому что он увидел в ней то, что он сам имеет, но при этом вот в таком виде, в непроявленном, в неактивном виде. Понятно? Вот это называется влюбленность. То есть человек видит свое в другом человеке, но не активное, не проявленное. Гляжу с тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете, неожиданно, да? Я буду петь, иногда танцевать, так что все нормально. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. То есть не видеть мелкого означает видеть душу. Понимаете? Потому что судьба, жизнь заставляет видеть мелкое. Мы когда сталкиваемся с человеком, мы начинаем видеть в нем мелкое и разрушаем отношения в результате. Разрушения идут из-за неправильного видения. Потом, когда человек трезвеет, начинает видеть то, что он должен видеть, он раскаивается в том, что произошло. Итак, давайте говорить теперь, ну то есть вы поняли, что такое душа? Это вечное свойство, то есть мы вечно, она находится в области сердца, это маленькая частичка Бога такая, как искорка. Вот прямо здесь она находится, вот здесь прямо, в этой зоне. Она состоит только из чистоты, в ней грязи вообще не бывает и нет. В каждом человеке открывается эта чистота только матери, отцу, открывается в очень высокой степени, святым людям открывается и тем, кто нас полюбил, открывается тоже. Вот если вы слушаете, допустим, мои лекции, то вам тоже открываются вот какие-то мои хорошие качества. Я, допустим, сам, может быть, и не до конца понимаю, но вы говорите: «Олег Геннадьевич, спасибо вам большое», там, и так далее. И я думаю, мощно. Человек что-то такое увидел, чего я сам себе не сильно замечаю. Но это есть у нас у всех, то есть мы души, и можно увидеть чистоту, хорошее что-то в человеке. Благодаря милости Бога или служению. Вот если ты что-то доброе сделал человеку, тогда он может увидеть в тебе что-то хорошее. Или просто Бог так хочет. Вот почему, допустим, Бог хочет, чтобы я жил вот с этим человеком. И что это значит? Вот вы понимаете, что происходит реально? Вот, допустим, тебе надо вот жить вот с этим человеком. Почему надо жить? Ну, потому что он похож на твою судьбу. У него есть такие недостатки, которые тебе надо, ну, как бы, испытать в жизни. Его события в жизни тоже синхронизированы с твоими. Но очень много схожего в жизни. Самое главное, что он может тебя мучить, как бы, в соответствии с твоей судьбой.
Но это для Бога самое главное, как бы. А для нас самое главное, это чтобы он наслаждение, счастье мне человек приносил. Ну, Бог, как бы, пожалуйста, вот тебе счастье. И что происходит? Вот смотрите, то есть человек, который может меня мучить так, как надо мне по судьбе. И может приносить мне счастье столько, сколько мне надо по судьбе. Да? Вот он есть, появился такой человек на горизонте. Теперь, что делает Господь? Он берет и тебе в этом человеке открывает то, что не видят другие люди. Ты смотришь на него и видишь душу в нем. Понимаете? Вот святые люди во всех людях видят душу, поэтому они счастливы, они любят всех вообще. Но у них другая любовь, понимаете, она как бы не вызывает полового чувства, потому что они бескорыстные. Половое чувство – это корыстное чувство. А святые люди бескорыстные, они всех вот любят и радуются, и они поэтому счастливы, потому что они всех любят людей на земле.